Здравствуйте! Сегодня будем готовить весенний торт. Этот обаятельный, наикуснейший, нежнейший торт состоит из сочного сметанного бисквита и умопомрачительных творожных шариков с ароматной кокосовой стружкой. Нам понадобятся следующие ингредиенты. Сначала приготовим творожные шарики. Смешаем творог, сахар, ванилин, манку и желток. Хорошо перемешаем. Делим на несколько частей. В каждую часть добавляем кокосовую стружку разного цвета и скатываем небольшие шарики. Творожные шарики оставим в холодильнике и займемся тестом. Для него масло растираем с сахаром. Добавляем яйца и белок. Добавим сметану. Добавляем муку с разрыхлителем и все перемешиваем. Отделяем 2/3 части теста в отдельную миску. В оставшуюся часть добавляем какао. Шоколадное тесто разравниваем в форме. И выпекаем в разогретой до 180 градусов духовке 30 минут. Достаем корж из духовки и оставляем остывать на решетке. Раскладываем творожные шарики в форме. Распределяем бисквитное тесто между шариками. И печь при 180 градусов Цельсия 50 минут. Дадим бисквиту остыть на решетке. Шоколадный корж разрезаем на две половины. К сметане добавим сахарную пудру и перемешаем. Теперь собираем торт. Сначала одна половина шоколадного коржа. Хорошо поливаем сметанным кремом. С основы срежу верхушку, чтобы выровнять поверхность. Осторожно переносим ее в форму и обильно смазываем сметанным кремом.
Сверху кладем вторую половину шоколадного коржа. И верх смазываем кремом. Поставим в холодильник на пару часов для пропитки. Сверху посыпаем цветной посыпкой. Вот наш весенний торт готов. Приятного аппетита!